Все, готов. Ну что, предлагаю подойти, посмотреть, что же мы там добыли. Подошли с подхода, стадо, значит, много было, штук 15-20, наверное, кабанов, я так не мог посчитать точно. Но в связи с тем, что давно уже не охотился, это первая все-таки охота, и я неправильно немножко выбрал расстояние. То есть расстояние было метров сейчас где-то 130, вот, 140. И тем не менее, потом что-то все-таки кабаны как-то шугнулись и побежали. И смотрю, там один отстал. Ну вот я его стрельнул. Сейчас посмотрим, вроде лежит. О, как вытоптали. Да. Попировали они здесь. Все. Нормально. Классический сигалеточек. Шикарный. Килограмм 40 будет у нее. Ну что, с полем?